Чего ты так кричишь? Это ненормально, все время кричи. Казаки есть у вас? Казаки в Казань. Раиса, что ты щуришься, стоишь там? Что ты щуришься? Татар в Монголию. Шашлы есть? Да что вы орете? Я по лицам вижу, половина хохлов стоят, орут, это ненормально. Хохлам отдадим весь наш флот. Все наши судна. Ну что стоите, идите, забирайте все наши судна, и мужские, и женские, нам не жалко. У меня будет губерния, у меня будет сибирская губерния, украинская губерния, пакистанская, французская, американская, а Липецку я доставлю в национальной автономной волости. Заставим бурятского околотка. Так что ай, свай, драй, Жириновского, выбирай, все однозначно, я сказал, все, что это надо. Дорогие красноярцы! Да. А, это Липец. Я перед тем, как всегда, выходил башку, да, я все забрал. Значит так, когда я был президентом России, всю рекламу с телевидения у меня. Вы рекламу жвачки на пляже видели? Подскажите мне, боевого генерала, как такую здоровую дуру, которая заслоняет небо, можно засунуть в рот? Что сказал после концерта, покажу. Останешься. Скажите высшему командному составу, офицерскому корпуса, рядовых казармах, надо знать, как у прокладок заворачиваются крылышки. А покажет каждые полчаса. Ладно, мы офицеры с высшим образованием поймем, а рядовых казармах каково? Им кроме портянок заворачивать нечего. А этот мальчик маленький попил, пописал и хохочу. Попил, пописал, хохочу. А если он поест? Вот тогда я над вами похохочу. Спрашивает, какая у тебя программа. Программа простая. Дожил до 18 лет в армию. Не дожил. В Липецк. Вы правы, друзья. Пропадаю я. Я узнал позор. За собой я узнал обман. Я сходил с ума. Но за что я знал? Вперед!
потому что я давно дал.